Чудный город Миргород. Каких в нем нет строений, и под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышу. Если будете подходить к площади, то верно на время остановитесь полюбоваться видом. На ней находится лужа. Удивительная лужа. Она занимает почти всю площадь. Городничий даже называет ее озером. Прекрасная лужа. И жили в этом городе два почтенные мужа, честью украшения Миргорода. Иван Иванович Перелепенко и Иван Никифорович Довгачкун. Прошу, одолжайтесь. Здравствуйте. Иван Иванович, как и Иван Никифорович, проявляли всегда друг другу самые трогательные знаки дружбы. Это свинья Ивана Ивановича. Она занимает немаловажное место в нашей повести. Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, когда первым замечал какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, всегда говорил Ивану Никифоровичу. Берегитесь, Иван Никифорович, не ступайте сюда ногой, ибо здесь нехорошо. В воскресный день все миргородское общество можно увидеть в церкви. Это Иван Иванович. Не наш Иван Иванович, а другой Иван Иванович, у которого один глаз крив. Его все очень любят за то, что он отпускает шутки совершенно во вкусе нынешнем. Какая приятная встреча. Добрый день, Иван Иванович. Мы очень рады вас видеть. Я тоже очень рад вас видеть. Но был бы рад вдвойне, если бы мог видеть вас обоими глазами. А это миргородский городничий Петр Федорович. Квартальный. Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Пуговицу нашел? И долго еще будете искать? Никак нет. Второй год уже ищете? Второй год? Нет. Второй год? Так точно. Сейчас же найти! Не преминул присоединиться к обществу и Антон Прокофьевич Галапуз. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. Он ночует в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Иван Никифорович, Иван Иванович, с праздником вас! Спасибо, также и вас. Доброго здоровья. Добрый день. Нижайшее почтение, Петр Федорович. Славная бекеша у Ивана Ивановича. Славная. Славная. Отличнейшая. А какие смушки. Это ж объедение. Объедение. Здорово не Бога. Откуда ты, бедная? Дай Бог здоровья, паночку. Я паночку из хутора пришла. Выгнали меня собственные дети. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бедная головушка. Зачем же ты пришла сюда? Милостыню просить, паночку. Не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? Тебе разве хочется хлеба? Как не хотеть. Голодна, как собака. Так тебе, может, и мяса хочется? Что милость ваша даст, всем буду довольна. А разве мясо лучше хлеба? Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо. Ну, ступай же с Богом. Чего же ты стоишь? Ведь я тебя не бью. Иди, иди. О, Господи! Замечательный человек.
А Иван Никифорович тоже хороший человек. Превосходные люди, Иван Иванович, Иван Никифорович. И такие между собой приятели. Каких свет не производил. Куда один, туда и другой плетется. Говорят, их сам черт связал веревочкой. Да, исключительно достойные люди. Прекрасный дом у Ивана Ивановича в Миргороде. И чего только нет у него во дворе. Какой замечательный он хозяин. Иван Иванович очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Боже, как летит время. Уже прошло более 10 лет, как Иван Иванович овдовел. Детей у него не было. А у его дворовой девки Габки были дети, и с каждым годом их становилось все больше. Откуда они брались, Бог их знает. Габка! Габка! Чего? Чего же еще у меня нет? А? Чего нет? Все есть. Нет, чего-то у меня еще нет. Габка, а это? Двор Ивана Ивановича был возле двора Ивана Никифоровича. И можно было перелезать из одного в другой через плетень. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе. Ходили сплетни, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусная и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать ее. Всем без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм, и то весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужскому. Поговаривали, что Иван Никифорович был женат. Но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. А водка перегонная, настоянная на анисовых зернах. У нас есть? Есть. А это, как ее? Хотел бы я знать, чего же еще у меня нет? Вот глупая баба, она седло вытащила. Она еще вытащит самого Ивана Никифоровича проветривать. Габка, а седло у меня есть? Аж два в коморе валяется. Что же это значит? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. На что же это она ему? Стрелять не стреляет, а ружье держит. На что же оно ему? А вещица славная. Я давно себе хотел достать такое ружье. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Эй, баба! Баба! Что это у тебя, бабусь, такое? Сами видите, что ружье. Ружье. Так, 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 так. А какое ружье?
Кто его знает какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала бы. Ну, ступай, бабуся. Оно должно думать железное. Железное? Отчего же оно железное? Ну, ступай, бабуся, ступай. Железное. Отчего же оно железное? Эй, баба! Оно ж не мое. Если было мое, то я, может быть, и знала бы. Оно ж панское. А давно ли оно у пана? А кто его знает? Может, и давно. Оно ж не мое. Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала бы. Ну, хорошо, иди. Погоди. А что, дома пан? Угу, дома. А что же, лежит? Лежит. А чего же ему не лежать? Лежит. Ну, хорошо, ступай, я приду к нему. Двор Ивана Никифоровича, хотя был возле двора Ивана Ивановича, и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако же Иван Иванович пошел улицею. Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? Да прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю. Сукно тонкое, превосходное. Только вывороти и снова носить можно. Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. Какая? Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье? Что выставили на выветривать вместе с платьем? Смеяли просить об одолжении? Ничего, одолжайтесь, я понюхаю своего. Вот глупая баба, так она и ружье-то даже повесила. Хороший табак делают сорочинцы. На конупер немножко похожий. Я не знаю, что кладут туда. А такое душистое. Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, а? Я все насчет ружья. А? Что будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Очень хороший табак. Как это не нужно? А если случится стрелять? Иван Никифорович, да когда же вы будете стрелять? Разве только по второму пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уж Господом Богом устроена, чтобы стрелять. Господи, как он говорил. Это ощущение можно сравнить только с тем, когда вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно. Чрезвычайно приятно. Послушайте, отдайте его мне. А? Как можно? Это ружье дорогое, а? Таких ружьев теперь не сыщите нигде. Как это можно? Это вещь необходимая. На что же она необходима? Как на что? А когда нападут на дом разбойники, Господь. Еще бы не необходимо. Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, замок испортил. Ну что ж, нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. Еще бы не необходимое. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни? Как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимаюсь. Маленька, что ты такое говоришь? А ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. Ты где ты, Господи? Пусть лишь бы ничего не трогали. Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. Что ж вы дадите мне за него? Я вам дам за него бурую свинью. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.
Славный свинья. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Ой, без черта-таки нельзя обойтись. Грех вам. Ей-богу, грех, Иван Никифорович. Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает, что такое. Свинью. А чего же это черт знает, что такое, Иван Никифорович? Ну как же. Вы бы сами посудили хорошенько. И это так и ружье. Вещь известная. О, а то черт знает, что такое. Свинья. Что ж нехорошего заметили в свинье, а? За кого же вы принимаете меня? Чтоб я свинью не буду, променял не буду. На... Не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет. И перед завеет. Не хочу больше говорить о нем. Эх, говорят, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Петр Федорович. А что это за война и от чего она? Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Что ж побьют их наши, Иван Иванович? Побьют. Так не хотите менять ружьица, Иван Ильич? Мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек известный ученостью, а говорите, как недоросли. Бог с ним. Пусть она себя калит. Не буду больше говорить. Иван Никитич. Ага. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить, так нужно гороху наелся. Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка? Небось, бекеши свои не поставите. Ну, вы позабыли, что я еще свинью даю вам. Как? Два мешка и свинью за ружье? Разве мало? За ружье. Два мешка. Не пустых, а с овсом, а свинью позабыли? Поцелуйтесь со своей свиньей, а коли не хотите, так черт. Вы так разносились со своим ружьем, как дурень с писаной торбой. А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. О! А? Что? Что вы сказали? Что вы такое сказали? Иван Никифорович. Я сказал, Иван Иванович, что вы похожи на гусака. А вы действительно похожи на гусака. Как же вы осмелились, сударь? Позабыв приличие, уважение к чину и фамилии человека, а бесчестить его таким поносным именем. А что же я сказал поносного? Я повторяю, как вы осмелились, противно всех приличий, назвать меня гусаком. Начхал я вам на голову, Иван Иванович. А что вы так раскудахтались? Так я ж вам объявляю, что я знать вас не хочу. Ей-богу, от этого не заплачу. Нога моя не будет у вас в доме. Эй, баба! Эй, хлопче! Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его вон за дверь. Что? Как? Дворянина? Выведите его! Осмельтесь, сука, подступитесь. Я вас уничтожу с глупым вашим паном. Ворон не найдет места вашего. Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович. Я припомню вам это. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Да глядите, не попадайтесь мне на глаза, а не то я вам всю морду побью. Вот вам за это, Иван Никифорович. А вот вам, Иван Иванович. Шатаешься целый день без дела. Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собой. И за что? За вздор, за гусака. Что ж теперь прочно на этом свете? К
Ивану Никифоровичу в вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Вы знаете Агафью Федосеевну? Это та самая, что откусила ухо у заседателя. Как только она приехала, все пошло на выворот. Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек, ты его еще не знаешь. Побей ему морду. Шушукала, шушукала и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче. Наконец, к довершению всех оскорблений, проклятая баба придумала еще одно гнусное дело. Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника. Или руки у них так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. По наущению Агафьи Федосеевны, к самому двору Ивана Ивановича был перенесен гусиный хлев Ивана Никифоровича, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день и поставлен как раз на том месте, где обыкновенно был перелаз через плетень. Настала ночь. Спит весь Миргород. Одному лишь Ивану Ивановичу не спится. Ha ha ha!
Пиши. Называющий себя дворянином. Пиши. Я разбойник и мошенник. Изрубил твой хлеб. Мой хлеб. Собственный. Топорами, пилами и иными слесарными орудиями. Покушался на твою жизнь. А? Написал? Написал. Врешь? Читай. Миргородский повитовый суд от дворянина Миргородского повета и помещика Ивана Иванова, сына Перерепенко. Прошение. Известный всему свету своими благопротивными поступками дворянин Иван Никифоров, сын Довгачхун, учинил мне смертельную обиду. Так. Он и рода весьма поносного мошенник и подлец, покушался даже на жизнь мою. Пришел ко мне
и начал хитрым образом выпрашивать у меня ружье. А давал за него свинью. Упоминаемый дворянин постоп не содержит, ибо накануне Филипповки сей богатступник велел своей беззаконной девке Хапке зарезать барана. И потому, прошу, онного дворянина к взысканию штрафа присудить и самого в кандалы заковать. И заковавши в городскую тюрьму препроводить, лишив его чинов и дворянства. Так. Добре барбарами шмаровать. Убытки велеть ему заплатить. Убытки велеть ему заплатить. И на эту мою жалобу решение немедленно учинить. Так. Писал и сочинял мир городский дворянин. И помещик Иван Иванов сын Довгочхун. Чудный город Миргород, каких в нем нет строений, но я тех мыслей, что нет лучше дома, как Миргородский повитовый суд. Именно в нем разворачиваются дальнейшие события нашей повести. К водке был подан балык. Балык. Ну и балычок же был, балычок. Слушайте, была и шафранная. Шафранная? Да, но шафранной я не пью. Я ее совсем не употребляю. Что это? Уже прочитал, а? Какой быстрый. А, быстрый, быстрый. А, я и говорю, что была и вишневая. А, шафранная. Шафранная, а я... Подожди, подожди, я ее совсем не пью. А, Иван Иваныч, Иван Иваныч, слыхом слыхать, видом видать, Иван Иванович, Иван Иваныч. Вот. Что это? Чайку? Нет. Как же так? Так. Николай! Что такое? Грицко, идите сюда! Что ты там увидал? Да подожди! Иван Никифорович! Просим, Иван Никифорович! Да помогите же! Помогите. Можно? Можно. Можно, потолкни. За руку можно? Можно. Правда? Можно. За руку. Можно. Замолчи. Просим, Иван Никифорович. Просим. Что такое? Ай. И вы туда же. Ну, на что это? Он разбойник и мошенник. О.
Ну, возьмите, возьмите назад. Нет. Иван Никифорович. Нет. Иван Никифорович, возьми. Нет. Иван Никифорович, возьмите, возьмите. Нет, нет. Прощайте. Фу, фу, фу. Присутствие закончено. Закончено! Закончено! Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Демьян Демьянович, молчи. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка, в это время бурая свинья Ивана Ивановича вошла в присутствие. Спереди. Она повернется. Да куда же она теперь повернется? Кого? Свинью. А свинью? Да так, перехватывай. Тут кое-что можно разобрать. Давай. Вот что. Копию не сняли. Да. Не сняли. Не сняли. Нет. Городничему. Смотри, смотри. Петр Федорович как нарядился. И шпагу прицепил. Куда же то? Ко мне? Как к Пибири? Здравствуйте, Петр Федорович. Доброго дня желаю, любезного Ивана Ивановича. Прошу. Позвольте, разрешите, ваша раненая нога. Моя нога, моя нога! Я делал не такие переходы. Если вы видели, как в компанию 1807 года я перелез через забор к одной хорошенькой немке, вы бы... Другое сказали бы. Благодарю. Где же вы бывали сегодня? Дозвольте доложить вам, где я был, только немного попозже. Ибо я пришел к вам сегодня по очень важному делу. Прошу. Спасибо.
прошу. Что же это за дело? Вот видите, любезный друг, прежде всего осмелюсь довести до сведения, что я, что с моей стороны, извольте ли, ведь я ничего, но государственные интересы этого требуют. Вы нарушили порядок благочиния. Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю. Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная свинья утащила жалобу Ивана Никифоровича на вас, и после этого вы говорите, что ничего не понимаете. А я чем виноват? Но ваше собственное животное, стало быть, вы и виноваты. Покорно благодарю вас за то, что со свиньей меня равняете. А вот этого я не говорил, Иван Иванович. Но согласитесь сами, что это дело запрещенное. Бог знает, что вы говорите. Большая важность, что свинья вышла на улицу. Туда всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно. Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, но чтобы на главной улице, не спорю, забегают иногда и на улицу, и даже на площадь куры и гуси, гуси и куры. Но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать. А посему мы обязаны вашу свинью представить в полицию как нарушителя порядка. Нет, Петр Федорович, этого-то и не будет. Но я должен подчиняться начальству, любезный Иван Иванович. В законе сказано, виновный в похищении из суда казенной бумаги подвергается наказанию. Так знаю, что и вас научу. Так говорится о людях. Например, если бы вы украли. Я? Но свинья животное, творение Божие. Закон говорит. Виновный похищение, прислушайтесь внимательно, виновный. Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания. Стало быть, и свинья может быть виновна. Согласен, Петр Федорович, согласен. Но обратите внимание вот на это место. Тут сказано, обвиняемый под присягою показывает. Как же эта свинья под присягою будет показывать, а? Говорите, что хотите, только я должен следовать предписаниям начальства. Что ж вы стращаете меня? Вы, верно, хотите прислать за ней вашего безрукого солдата? Так Габка кочергой ноги ему поперебивает. Прошу. Ваше здоровье. Я не смею с вами спорить. Поступайте, как вам угодно. Любезный Иван Иванович, закалите вы ее к Рождеству. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит. Очень вам буду благодарен. Теперь позвольте сказать вам еще одно слово. Я имею поручение от всех наших знакомых и друзей. Мне и судье Демьяну Демьяновичу поручено примирить вас с Иваном Никифоровичем. Демьян Демьянович как раз сейчас у него. Иван Никифорович, ну что это вы делаете? Ну, возьмите лучше Сантуринского, Никопольского. Пригласите меня, Ивана Ивановича. Выпьем и забудем все. Ну, Иван Никифорович.
Иван Иванович, разрешите довести до сведения. Вот вы теперь в ссоре. А как помирите? Нет! Не будет этого. Иван Иванович. Не будет никогда. Любезный Иван Иванович. А вот колбас, извольте. Пришлю парочку. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Очень странно, что мой правый глаз не видит Ивана Никифоровича. Господин Добычуна. Не хотел прийти. Как так? А так, вот уже есть 2 года, здравствуйте, как поссорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И где один, туда другой ни за что не придет. Да что вы говорите? Да? Да. Что ж теперь? Если уж люди с добрыми глазами не живут в мире, где же мне жить в ладу с моим кривым оком? Господа, пока Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, давайте помирим двух наших приятелей. Верно. Это было бы хорошо, но как же это сделать? Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе. Да-да, верно. Но кого послать? Это дело деликатное. Вот, Антона Прокофьевича. Голопуза. Антон Прокофьевич, Антон Прокофьевич, идите сюда. Антон Прокофьевич, отчего это у вас сюртук коричневый, а рукава голубые? А у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый. Антон Прокофьевич, идите как Иван Никифоровичу. Поклонитесь в ноги и пригласите его сюда. О. Иди и проси. Не пойду. Почему? Почему? Не пойду. Почему? Почему? Ну, так, на мне сегодня панталоны особенные. Какие такие особенные? Особенные? Да, да, особенные. Стоит их мне только надеть, как все собаки на меня в Миргороде бросают. А у Ивана Никифоровича их целая свора. Не пойду, не пойду. Нет, ничего, нет, ничего, не пойду, не пойду. Возьми пойду мою палку и иди. Но я... Антон Прокофьевич. Антон Прокофьевич. Но я... Идите, идите. Идемте, идемте, Антон Прокофьевич. Помилуйте. Антон Прокофьевич, Антон Прокофьевич, Антон Прокофьевич. Ну, спасите!
Кто там собак дразнит? Да кто их там дразнит? Чтобы не передохли все. Добрый вечер, Иван Никифорович. Врете, вы дразнили собак. Я дразнил. Ей-богу, не дразнил. Петр Федорович просил вас приехать на ужин. Ой, если бы вы знали, как он убедительно просил. Он так просил. А если б вы знали, какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу? Там будет этот разбойник. Какой разбойник? Иван Иванович, не будет. Ей-богу, не будет. Вот вам крест святой не будет. Нет. Чтоб меня громом убило, что не будет. Ну, пойдем, Иван Никифорович. Ну что, пойдем или не пойдем? Ей-богу, его там нет. Чтоб я не сошел с этого места, если он там. Господа, ужин готов. Прошу всех к столу. Господа, все к столу. Милости просим. Что ж это Иван Никифорович не появляется? Подождите. Придет. А я говорю, не придет. Бьюсь об заклад, что придет. Об заклад. Что придет? Что ставите? Ставлю свое кривое око против вашей простреленной ноги. А я говорю, не придет. Петр Федорович. Ну, что? Придет? Нет. Не будет. Эх вы! Ну что, не говорил я вам, а? Не говорил. Петр Федорович. Иван Никифорович. Ну, дорогой мой. Иван Никифорович. Как он похудел. Что вы, наоборот, он приятно пополнил. Как вы себя чувствуете? Слава Богу. Ну, я очень рада. Иван Никифорович. Дорогой вы наш. Как вы прекрасно выглядите. Очень рад. Ну, проходите. А какой длинный стол был вытянут, а как разговорилось все, какой шум подняли. Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах. Иван Никифорович идет. Милости прошу. Пожалуйста, проходите. Доброго здоровья. Садитесь. Видите, какая щедрина, я же говорю. Да. Хорошо. Вот закуска. Водки или шлевяночки? Водочки. Пожалуйста. Иван Иванович так увлекся дамами, что даже не замечает Иван Никифорович. Что? Пожалуйста, угощайте. Браво. Чудесный поросенок. Чудесный. Это история.
Ей-богу, его тут не было. Иван Иванович, мы уж вас по старинному миргородскому обычаю помирим. Иван Иванович. Нет. Куда же ты? Иван Иванович, не пущу. Я прошу. Не пущу. Петр Федорович. Нет. Да что же это? Как же это? Так, ну... Иван Иванович! Прошу вас, помириться с Иваном Никифоровичем. Пошутили, уважаемые? Нет, мы шутить не любим. Помирим вас, помирим. Нет, обязательно. Нет, не будет этого. Так, Иван Никифорович, Иван Никифорович, ну, голод мой, куда же вы? Иван Никифорович, Иван Никифорович, Иван Никифорович, будем жить в согласии, мирно, дружно, как прежде. Возьмитесь за руки. Господа, ну не трогайте, меня, ну отпустите. Отпустите, я говорю, господа, ну, пропустите меня. Ну, я прошу. Ну, я прошу, господа, я... зачем? Ну, почему вам не помирили? Оставьте. Не совестно ли вам, Иван Иванович, Иван Никифорович? Ну, для чего это? Перед людьми. Я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу. За что же он порубил мой хлеб и замышлял погубить меня? Клянусь перед Богом, я ничего не сделал моему врагу. За что же он поносит мой чин и звание таким словом, которое даже неприлично здесь сказать? Позвольте вам сказать по-дружески, любезный Иван Иванович, вы обиделись за черт знает что такое. За то, что я назвал вас... Ой, если бы он назвал не гусаком, а только птицею. Что я назвал вас гусаком. Все кончено. Все пошло к черту. Эй, музыканты! Что вы делаете? Что вы делаете? Перестаньте играть! Тихо! Господа, что же я такое сказал нехорошее? Опять гусак. Назад тому лет 5 я проезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень со своей грустно-серой погодой, грязью и туманом. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я 12 лет не видал Миргорода. Я вошел в церковь так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста, народу почти никого.
Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с поседевшими волосами. Позвольте узнать, жив ли еще Иван Никифорович? Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович. Но как он изменился? Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели? Да, постарел. Я сегодня из Полтавы. Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду? Что ж делать? Тяжба. Да с кем же вы судитесь? С заклятым врагом моим. Иваном Ивановичем Перерепенко. Как? Ваша тяжба продолжается? До сих пор? Не беспокойтесь. Я имею верное известие, что мое дело будет решено на следующей неделе. И непременно в мою пользу. Угу. Да, так. Скажите, пожалуйста, вы не слышали ничего об Иване Ивановиче? Об Иване Ивановиче? Он был здесь. Вот он. Добрый вечер, Иван Иванович. Здравствуйте. Что-то не припоминаю. Я знал вас давно. Еще тогда, когда вы были в дружбе с Иваном Никифоровичем. Уведомит ли вас о приятной новости? О какой новости? Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала в мою пользу. Всего доброго. Да. До свидания. На этом свете, господа.